Разработанное соглашение между областным исполнительным комитетом, региональными объединениями нанимателей и профсоюзов на 2014-2016 годы подписано. Роли профсоюзов в нашем обществе уделяется немалое внимание. Это организация, которая защищает, охраняет и отстаивает права работающего населения. Это отметил и глава государства Александр Лукашенко на 6-м съезде Федерации профсоюзов. Трехсторонние соглашения, которые подписываются уже не первый раз, своего рода Конституция, регулирующая законность производственных отношений в трудовых коллективах. Руководители областной вертикали сделали все, чтобы обеспечить соблюдение всех пунктов профсоюзной Конституции. Это дало свои результаты. Мы сохранили стабильность вместе с вами, принимали меры по обеспечению занятости нашего населения, обеспечивали охрану здоровья и экологическую безопасность, а также защиту трудовых и социально-экономических интересов. Как итог, на новую ступень поднялся жизненный уровень населения и значительно усовершенствовалось социальное партнерство. Благодаря тем скоординированным действиям социальных партнеров в области получены положительные результаты по темпам роста по большинству показателей социально-экономического развития. И главное, что эта тенденция она сохраняется именно позитивная тенденция. Немаловажен и тот факт, что совместная работа власти, нанимателей и профсоюзов позволила обеспечить снижение безработицы, поскольку создавались новые рабочие места на предприятиях и в организациях. Также принимались меры, направленные на увеличение доходов населения. Неотъемлемой частью партнерства стал контроль за состоянием условий и охраны труда. По этой теме регулярно проводятся семинары, смотры конкурсы и работы, также работают кабинеты по охране труда. Более чем на 2500 сократилось количество работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. Надо отметить, что на выполнение мероприятий по охране труда и созданию условий труда только организациями коммунальной формы собственности затрачено более 1,2 триллиона рублей. В результате, по итогам прошлого года, мы имеем снижение также травматизма. Ну и это даже в результате комплексного подхода вот по охране труда и по созданию условий труда. Мы очень много сделали в прошлом году и продолжаем эту работу по организации питания на производстве. То есть обеспечение и, более того, не просто приблизить, а создать максимальную возможность ему и с точки зрения финансовой. То есть, чтобы это было и удешевление стоимости питания, и условия были великолепные. В то же время еще есть масса вопросов, которые стали основными пунктами нового соглашения, достигнутого в результате долгих споров и различных точек зрения социальных партнеров. Единая позиция выработана. Сегодня главное обеспечить достойные условия труда каждого работника на производстве, что включает в себя и заработную плату, и социальные гарантии, и охрану труда. Жизнь меняется, обстановка меняется, экономическая ситуация меняется, и поэтому мы видим, мало того, и какие-то же уточнения идут и в трудовом законодательстве, в целом законодательстве. Поэтому это не догма, это не то, что вот подписали и все. Конечно, они есть. Они отражают как раз сегодняшний день, вот сегодняшнюю ситуацию, что касается трудовых и социально-экономических отношений вот трех как раз сторон. Это власти, профсоюзов и нанимателей. В соответствии с программой развития государства каждая из сторон взяла на себя обязательство выполнения таких трудовых социально-экономических отношений, которые бы способствовали не только добросовестному труду, но и обеспечивали бы качество жизни человека труда. По поручению руководства Федерации профсоюзов Беларуси Николай Басалай вручил Константину Сумару почетную грамоту Федерации профсоюзов. Этой награды председатель Брестского облсполкома удостоился за большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона. Конструктивный подход к поддержке социального партнерства между органами власти, нанимателями и профсоюзами по защите интересов трудящихся.